Городской портал, город Этюсбай. Репортаж будем делать. Отвезти. Сегодня мы представляем персональную выставку витебского художника, акварелиста Феликса Федоровича Гумина. Феликс Гумин – художник, чье творчество знакомо и любимо, наверное, всем ценителям акварели. Он прочно занимает почетное место среди лучших и является, как мы знаем, одним из основоположников Витебской школы акварели. Поприветствуем Феликса Федоровича. И сразу хочу отметить, что выставка, которую мы с вами вот уже очень скоро посетим, она уникальна, потому что на этой выставке мы увидим не только великолепные работы Феликса Федоровича, но и увидим выставку-мастерскую. Мы увидим самого Феликса Федоровича и пленэрные работы, которые были созданы во время фестиваля. Ваша личность, она очень неординарна. И коллектив нашего музея постарался сделать такой же вашу выставку. Вы уже, наверное, видели. Вам понравилось? Да, мне очень понравилось. Ну, очень интересно. Потому что необычно, просто замечательно. Большое спасибо. Спасибо, да, да. Да, все увидите сами, увидите мастерскую, потому что, мне кажется, мастерская художества у художника – это вообще какая-то отдельное тайное место, где происходит что-то невероятное. Я желаю вам вдохновения, Феликс Федорович, желаю нам с вами дальнейшего сотрудничества, желаю вам долгих лет жизни, чтобы вы могли своим творчеством вдохновлять нас, жителей города, гостей города и дальше. Вы же знаете, что мы с вами дружим уже 100 лет, когда мы такой возраст не правда с вами. Такие вот грибочки. От грибович грибочки. Капсолодка жилося, копилося, елося и малевать хотелось. Не отражение света и беспредельной любви. И на холстах остаются прожитые жизни следы. Этими словами я хочу сказать. Вот честно, мне интересно, что у Феликса поиски все время. И самое интересное, где-то вот он ходит по границе, но в каждой работе его душа. И вот такие работы, наверное, будут самые главные. Поэтому я хочу, чтобы дольше жил, дольше работал. А остальное все само получится. То, что можно просто повесить, а можно создать среду. И вот эту среду они создали. И в этом сейчас и будет. Большое спасибо. Да, и опять же хочется поблагодарить весь наш коллектив, потому что мы коллективно работали над этой выставкой и очень рады, что вам понравилось и что все получилось.